7 миллиардов 221 миллион гривен на развитие городского электротранспорта. В мэрии рассказали о программе на ближайшие 4 года. Будут финансировать модернизацию одесского транспорта за средства муниципального бюджета. 4,6 миллиарда. Еще чуть более 455 миллионов выделит Одесгорэлектротранс, а более 2 миллиардов гривен привлекут в виде кредитов. На все это планируют закупить 12 новых многосекционных трамваев для будущего магистрального маршрута «Север-Юг», 30 электробусов для маршрута «Центр поселок Котовского», 10 новых троллейбусов и 5 троллейбусов с автономным ходом для замены изношенных машин на маршрутах номер 7, 9 и 10. И это еще не все. Одесситам обещают 6 электробусов для нового маршрута номер 15 – железнодорожный вокзал, улица Корнюшина, проходящего через Балковскую, а также 3 механизированных мойки для электротранспорта, 8 единиц спецтехники, различное оборудование и запчасти. На всем подвижном составе намерены установить автоматизированные звуковые информаторы для оповещения пассажиров, а на части остановок электронно-информационное табло. Также проект предусматривает выпуск 3-секционных трамваев и 10 односекционных одиссеев, реконструкцию тяговых подстанций, приобретение автоматизированной диспетчерской системы, капремонт и замену некоторых участков кабельных сетей и, наконец, реконструкцию трамвайных путей в Суворовском районе. Впрочем, пока это только мечты. Проект программы будут рассматривать профильные комиссии горсовета.